another battle so for to liberate Lisichansk. Yesterday, the intel community said they were going to lay out evidence, mm-hmm. sort of backing their assertions about who brought down Malaysia Airlines yep. 17. They did lay out a bunch of different things, but they uh-huh. didn't actually lay out the real documentation that supports those assertions. Высокопоставленные представители национальной разведки США попросили не упоминать их имен. If you just look at that, a lay person looking at it, mm-hmm. it's a line drawn on a satellite photo with nothing to back it up. Anyone can draw a line on a map. They can. I mean, I'm not That's saying That's not what our intelligence community is. The United States spends $100 billion a year on global intelligence, and they can't find out? This is extraordinary. There are NATO ships in the Black Sea watching Ukraine like a hawk. They will say, that's all you have is social media and some conversations that could have been manufactured with all the money and surveillance capabilities and intelligence capabilities of the US. That's the best you can do. Нам удалось пообщаться с человеком, ставшим жертвой одной из украинских подделок. Речь идет о фальшивой, смонтированной из разных кусков якобы записи переговоров зенитчиков, сбивших Боинг. Так грубо была сляпана эта информация. А здесь такое ощущение, что в спешке взяли первую попавшую фотографию. Лишь бы выиграть время, ухудшили ее качество, чтобы трудно было опознать, и сделали вброс информационный. Look, the separatists and some of their backers would say that this conversation is not happening. They'll say we invent anything. The fact of the matter is, when you lay it all out, when you see how we come about bringing the evidence together, for example, the social media. Окружив по близлежащим полям следов запуска ракеты, нам найти не удалось. Не видели бук и встреченные нами местные жители. Жители близлежащих сел уверяют, что видели в небе боевые самолеты незадолго до катастрофы. Именно истребители, по их мнению, могли сбить Боинг. И рядом еще один был самолет военный, да. Все видели. Самолет, который заходил, он, видать, that рядом plane. С ним шел, и потом зашел вот так вот ему. Прошло несколько секунд, и And few seconds after the explosion happened. Небе. Потом этот самолет вот так вот резко развернулся. Поменял траекторию и поехал, все полетело в ту сторону. В 100 метрах отсюда находится место падения того самого авиалайнера. Люди здесь живут, но они все попрятались по домам, потому что здесь каждый день летают Су-25 украинских ВВС. Вчера где-то часа в два вообще там тоже слышали взрывы. Тут были еще, комиссия была. Дети боятся спать. Она пугается, она кричит во сне. Видели пару самолетов, но не поняли, что за модели. Украинская армия так и не присоединилась к прекращению огня, который в одностороннем порядке соблюдают ополченцы. Находиться на месте катастрофы становится все опаснее. В том числе и из соображений безопасности. Сотрудники ОБСЕ и авиационные эксперты из Малайзии не приехали сегодня на место, где находятся самые крупные части Боинга. Они изменили свой маршрут в последний момент. Пока шла работа в небе на большой высоте, летал по кругу штурмовик Су-25 украинских ВВС. We definitely heard those jets above us. Well, we heard, I don't know if it was those particular ones, but we did hear aviation above us, and don't forget that this is basically a no-fly zone for commercial aviation. We did have kind of a mini alert. We did not leave the area, that noise left, but we did hear some heavy explosions. It wasn't, I don't think it was that far away. Ukrainians have maintained a ceasefire, the 40-kilometer ceasefire they have declared around the crash site. Two Ukrainian fighter jets just shot down over eastern Ukraine. That comes from the Ukrainian government. Фрагмент сбитого ополченцами украинского штурмовика. Он успел сделать лишь пару боевых заходов на позиции самообороны. Его подбили. Парашют одного из летчиков сначала видели в небе, а потом и нашли на земле недалеко от деревни Мариновка. И на сегодняшний день это одно из основных направлений, на которых отряды ополчения ведут наступление с тем, чтобы выйти на российскую границу. Битые украинские самолеты, а еще и артиллерия, наносили превентивные удары, чтобы максимально затруднить последний бросок ополченцев вперед.
На Прикарпатті масові акції протестів. Головні учасники – родичі чоловіків, які отримали повістки із військкоматів. Попереджають, якщо влада їх не почує, підуть до Києва. Є мобілізація, чи буде, чи не буде. Буде мобілізація, або не буде. Я своєму мужу не дозволю йти туди, де сплошна м'ясорубка. У мене четверо дітей. Це старший, це младший. І моєго мужа забирають. По тому же самому каналу, но чуть позже – рекламний ролик української армії. Хорошо екіпірований актер сміло йде в атаку серед рвучихся снарядів. Так себе і представляють армію многие новобранцы. Армія – це гордість. Армія – это гордость для тех, кто служит, и тех, кто ждет. And by the way, if we really went at it, we could get American energy to Europe and to Ukraine within 2 to 3 years if we did all the right things. This afternoon, Ukrainian time, the first remains will go by military aircraft, including an Australian C-17, to the Netherlands. First bodies from Malaysia Airlines Flight 17 arriving back home on Dutch soil. The families of those victims will welcome their return, as will government officials and even Dutch royals. Dear God, we are thinking of the victims. We are thinking of all those who are so much, very much missed. We trust that you know them, even in their death, that you are loyal to your people. Also in death, that they who fell will not pass through your fingers. We've been listening to some of the memorial services that have begun, that one in St. Joris Church in Amsterfort. Let's listen in.